Друзья мои, всем добрейшего денечка. Сегодня я буду делать капусту скороспелку. Мне на завтра нужна капуста маринованная. Вот смотрите, здесь у меня где-то 1,5 килограмма. Сейчас я нашинкую ее. И на эти 1,5 килограмма у меня еще пол моркови. Вот. Значит, 750 литров. Литров. Водички. 1,5 столовой ложечки соли с перчиком, где-то перчик горошком штук 15. Вот 0,5 стаканчика сахара. Все это перемешиваем. Приблизительно, ну чуть меньше, чем 0,5 стакана растительного масла. Уксус будем лить немножко позже. И вот этот рассол я ставлю вариться. Как он закипит, я буду добавлять тогда уксус. Уберу сюда на столик. Уксус поставлю сюда поближе. Еще добавлю зубочек чеснока. Один зубочек. Можете не добавлять, это на любителя. Ну и все. Шинкую капусточку. Нож у меня. Хотя можно использовать еще вот такую штучку. Это у меня штучка для сыра. Я ее очень хорошо шинкую капусту. А вот здесь краешки, я всегда их немножко ножом подравниваю. Очень удобно. Вот капусту я сегодня сделаю, а завтра она уже готова. Чем хороша эта штука, она очень так тоненько режет капусту, шинкует. И опять ею. Очень удобно. В общем, не буду отнимать у вас драгоценное время. И сейчас я быстренько ее нарежу. Маринадик у меня кипит. Капусты половину я нашинковала. Теперь сюда морковь. Чесночок. Куда-то делся у меня чесночок. Ага, вот. И чесночок. Уксус я уже вылила в кастрюльку с рассолом. Он закипел. Теперь я даю ему настояться. И сейчас дорезаю оставшуюся капустку. Значит, смотрите, можете не резать чеснок. Если вы не любите, не режьте. Ну, знаете, вот для пикантности буквально один зубочек. Зубочек. Все, продолжаем.
длинный, а сюда мне неудобно резать. Я убираю этим. А края уже я... Ну вот, последняя у меня капуста. И заливаю горячим рассолом. Немного он буквально, ну, 5-7 постоял. И я им заливаю. Вот. Как раз у меня вот такая чашечка выходит. Здесь уксус уже добавлен. Аромат. Ой, очень вкусная капустка получится. Просто чудесная. Так, и теперь тарелочку сверху я положу. Мне на кухне очень жарко, поэтому я открою окно. Ой. Прямо весна. Весна, да и только. Так, и что я еще хотела? А вот что, вот такая капусточка у меня, я немножечко утрамбую, вот так. Вот так. И теперь тарелочку сверху. Все, и на холод. И завтра капусточка. Просто прелесть. Рекомендую.